Никогда не видел, чтобы вживую кто-то прыгал. Ё-моё! Говорят, ты мне страшно, я просто рыдаю от ужаса. Это не страшно, казалось. Это очень страшно. Петя, капюшон. Мне ушки продуло немножко. Боже мой. О, зачем я согласилась? Я думала, никакого еще. У меня трясутся руки, ноги. Я пойду еще. Я тоже. Не знаю, мне раньше. Да, ну, дети просто отмороженные с конца. Не так же высоко. А кто-то орал, кроме меня? Я не кричала. Нет, серьезно? Нет. Кошмар. Просто кошмар. На самом деле, я думаю, это реально. Честно, оказалось реальность. Тра-та-тушечки, та-та. Все, я отошла более-менее. Мне уже не так ужасно. Мама, может, потом еще с кем-нибудь? С бабушкой надо? Да. То есть бабушка. Да, я вдвоем с бабушкой. Мы, да, втроем, Орём. Вдвоем. Ну, втроем. Не, если мы бабушку говорим, то она нас просто проклянет.